Так, добрый день, представьтесь, пожалуйста. Настя Травкина. Откуда? Ростов-на-Дону. Какая школа или что? Институт? Институт Южно-Федеральный. Так, рейтинг? 2178. Так, вы, пожалуйста. Мария Дедерина, закончила институт уже, Ростовский государственный экономический. Мастер ФД вроде бы, но уже давно не играю в шахматы. Ну а теперь решила возобновить, вот если такие турниры будут проходить постоянно, ты будешь играть? В принципе, да. Быстро шахматы интересно, а долгие уже меня обыграют. А, вот так вот, да? Девчонки, а вообще скажите, пожалуйста, вот то, что в Ростове возрождаются шахматы, вообще-то это приятно или нет? Конечно, это здорово. Да, здорово, да? Так, с кем?